Форум «Свободная Россия» выпустил заявление по поводу конфликта в Керченском проливе. Вчера произошел очередной акт агрессии Российской Федерации против Украины. На этот раз российским военным флотом были атакованы украинские корабли при попытке прохождения Керченского пролива. Три украинских корабля были обстреляны, захвачены, несколько украинских моряков получили ранения. Постоянный комитет форума «Свободной России» уже не раз выступал с осуждением аннексии Крыма и в целом российской агрессии против Украины. Вчерашний инцидент – лишь один из эпизодов длящегося несколько лет войны, которую ведет путинский режим против Украины. Случившееся подтверждает, что Кремль и дальше будет продолжать агрессию и никогда не остановится сам, пока не получит серьезный отпор со стороны международного сообщества. При этом следует отметить, что нападение на украинские корабли является прямым нарушением международного права. Согласно части 1 статьи 2 договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободным судоходством. В соответствии со статьей 4 указанного договора, споры между сторонами, связанные с толкованием и применением данного договора, разрешаются путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами по выбору сторон. Преамбула данного договора ясно указывает, что все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами, совместно или по согласию России и Украины. Данный договор подписан Российской Федерацией и действует до сих пор. Таким образом, путинский режим в очередной раз нарушил международное право, нарушил грубо и демонстративно, будучи убежденным в своей безнаказанности. Очевидно и то, что этот акт агрессии совпал по времени с ухудшением социально-экономического положения в России и значительным снижением уровня поддержки Владимира Путина. Судя по всему, Путин пытается вновь отвлечь внимание российского народа от внутриполитических проблем, создавая новый очаг противостояния России и Запада. Внешняя агрессия вновь становится средством укрепления режима внутри страны. Постоянный комитет формулы «Свободной России» категорически осуждает нападение российского военного флота на украинские корабли и призывает международное сообщество отреагировать максимально жестко на очередной акт агрессии против Украины. Форум «Свободной России».